часть нашей команды, и она с церкви Духовного Возрождения, призерка чемпионата мира, двукратная чемпионка Украины по боксу среди девчонок молодежи. Юля Стойко. Вот. Не будем рассказывать за ее долгий путь к Богу, как она пришла. Вот. Она сама бы с удовольствием рассказала. Вы пришли сюда поиграть, так что мы не будем в этом плане томить. Мы хотим просто с вами помолиться. Вот. Юля помолится и вам пожелает хорошего времени. Давайте, может, встанем в один круг. Вы не против, если стать все в один круг? Давайте, давайте, в один круг такой большой встанем. Аминь.